Привет, моделисты. Меня зовут Александр Колесников. Я живу и работаю в городе Цинциннати, штат Огайо. Часть вторая. Небольшое дополнение к первой части о стартовом наборе от Рока к 60-летию компании Special Edition. Я что-то подозревал, что что-то я упускаю. И действительно, на коробке четко написано. Единственное, что там не было вложено, пока я не нашел бумаги, где это написано, но я нашел PDF-файл на сайте производителя, что второй класс вагон equipped имеет задние красные marker lights. Когда я... Но этого я еще не знал. Я начал смотреть, крутить в руках. Смотрю, какой-то провод идет до одного конца. И как я вам уже говорил, что там есть световоды пластмассовые. И, вероятно, лампочка установлена наверху, я так понимаю. И самый дешевый, какой можно представить, декодер. То есть, смотрите, функция 8 на адресе 3 делает такую вещь. Локомотив тоже делает какой-то звучок такой, вы услышите. То есть это не сильно будет вам мешать, я надеюсь. Можно перепрограммировать. Они говорят, что это доступно адрес 1 до 99. На данный момент такой же, как локомотив 3. И также это работает с направлением. Сейчас я делаю, переключаю направление движения. И таким же образом, то есть когда задним ходом будет сдавать, и эти фонари погаснут. Таким образом. Очень классная вещь. Я нашел еще пару контактиков в коробке. Обязательно вам покажу. Я до сих пор не понял, куда они идут. Но в другом вагоне первого и второго класса есть тоже контактные пары заводские для света наверняка. То есть это как дополнение, вы можете поставить светодиоды или старые Рока лампочки, которые все-таки я на своих вагонах заменю на светодиоды. Они более дают свет, дневного света, как в современных поездах. Но это даже уже было где-то в 70-х, 80-х годах. Так что в этом вагоне можно, наверное, сделать лампочки обыкновенные, incandescent, или такие warm, теплые LED, которые будут отдавать чуть-чуть golden, да, цвет такой янтарный, не желтый, разумеется, а вот старых, прокопченных таких лампочек. Очень интересное дополнение выяснил для себя, так что стоило почитать сразу то, что было написано на коробке. Вам, ребята, успехов! Всего наилучшего и удачи. До скорых встреч. До свидания.